Всех приветствую, дорогие друзья, мы с вами продолжаем играть в Avorion. Записываю серию после предыдущей, и так получилось, что я уже собирался все заканчивать. Взял какую-то миссию на доставку корабля, прилетел в эту зону, по дороге продал два астероида. По-моему, удивило, что есть зоны теперь, в которых вот эти камни, на которых шахты, которые можно продать, их теперь вот последнюю зону я, по-моему, видел 5 или 6 в одном месте. Я такого вообще никогда не видел до этого. Ну, в общем-то, я к чему? К тому, что я сейчас сдал корабль, и меня вызывает искатель приключений какой-то. Я поэтому решил включиться, может быть, что-то новое. Поэтому вместе с вами хочу посмотреть, что нам скажут. Свой корабль я, кстати говоря, отправил пока подобывать ресурсы, потому что, ну, летел сюда на другом корабле. Интересная, кстати, миссия. 4000 отношений дали, и плюс 100 чем-то тысяч местных монет. То есть очень-очень даже достойно. Вот, давайте вводим, посмотрим, что нам скажут. Приветствую, вижу, что вы решили путешествовать. Как только вы начнете, вам может пригодиться второй корабль. Чтобы управлять другим кораблем, вам нужен капитан на нем. В учебных целях я одолжу вам один из моих кораблей с капитаном на борту. Пожалуйста, не повредите его. Хорошо, давайте сделаем это. Так, теперь откройте стратегический режим с помощью клавиши F9 и прикажите авантюрной леди подлететь к вам поближе. Окей, я могу это сделать. Авантюрная леди, это где у нас? Это ты кто? Ты авантюрная леди. Вика, ну-ка давай подлети ко мне. Я-то тут такой стою весь. А давайте посмотрим, где она. Ну вот этого однозначно не было, когда я играл. Это какая-то новая сюжетка, что ли, искатель приключений. Теперь, когда ты знаешь, как отдавать приказ другим кораблям в секторе, давай попробуем отдавать приказы кораблям в других секторах. Ну, давай. Возможности безграничны. Так, я оставил на паузу, надо было чихнуть срочно. Возможности безграничны, но пока просто позволь леди авантюрной прыгнуть в отмеченный сектор и сразу вернуться. Помни, что ты можешь ставить команды в очередь, зажав Shift. Имей в виду, что другие корабли и станции замедляют перезарядку гипердвигателя. Если они враждебны, они могут еще сильнее замедлить перезарядку. Окей. Ну давайте попробуем. Хотя, что тут пробовать, мы уже управляем, в принципе, своим добывающим флотом. И, кстати говоря, по поводу добывающего флота... По поводу добывающего флота, я сейчас тут увидел где-то вот, стоп, торговая станция, что у тебя интересно, что у тебя интересного, ничего у тебя интересного нет. Так, нам надо сейчас авантюрную леди послать и потом вернуть. Давайте так и сделаем. Куда ты желаешь у нас полететь, леди? Леди желает у нас, наверное, изведать. А ей надо именно гипердвигателем или воротами. Я бы, честно говоря, через ворота ее послал. Мне просто интересно даже. Задание управления флотом. Ну давайте, ладно, сюда куда-то. Смотрите, у меня там жалования все получают. Леди. Леди, давай это, не чуди. Нельзя добавить после сопроводить, а я как бы уже все, не прошу тебя никуда сопровождать. Приказы. Отменить текущую задачу. Так. И теперь давайте попробуем. Ну, прыгай. И потом обратно. Улетела. А мы пока посмотрим, пока она там летает. Мы пока посмотрим, что тут есть. Доска объявлений. Доставить вино неинтересно. Так, нехватка дрожжей. Кстати, вот здесь у тебя дрожжей нет.
Или вина. Нет, энергоячейки всякие. Это тоже очень полезно, кстати говоря. А вот она вернулась, да, авантюрная леди. Здесь что у нас? Давать товарами. Здесь белки. Белки. Белки, но... Так, это что такое? Ферма. Специи. Все прекрасно. Что-то такое прям... Так, торговать товарами. Здесь что у нас? Пища. В общем-то, ну и чё? Ну вот вернулось у нас леди, и что дальше? Ну а чё у нас по заданиям-то? Ну отправили мы, вернули и... Демонтирующая турель, демонтирующая. Кстати говоря, у меня две демонтирующие турели появилось. Все остальное, по-моему, это было у нас пулеметная турель. Ничего тут интересного. Управление флотом. Используйте карту галактики, чтобы отправить авантюрную леди. А, в 394-228. 394-228. Я не заметил, что в определенное место ее надо было послать. 394. Куда? 228. Вот куда ее надо было послать. Ну, бывает. Подумаешь. Подумаешь, ну немножко ошибся. Ничего страшного. Не, сразу не посмотрел, что определенные координаты нужны. Ах, вот и наша леди. Теперь ты знаешь, как управлять своим флотом. Вы можете оставить авантюрную леди и ее команду себе. Ну, спасибо большое. Надеюсь, она покажет вам несколько полезным может быть флот в этой огромной галактике. А я же ухожу, чтобы найти способ преодолеть великий барьер. Увидимся. Спасибо, дружище. Слушай, ну неожиданно и спасибо. А где у нас авантюрная леди-то, елки-палки? Ау, авантюрная леди. Ты где? Так, авантюрная леди. Давайте на нее посмотрим, что это. Приказы. Да надо не нужны какие приказы. Нам надо просто в тебя переместиться и посмотреть, что ты за корабль. А, что ты за такое? Ну, не знаю. Такая вся сосисочка. Что у нас? Корпус ни о чем. Энергии тоже ни о чем. Зарплата 15 тысяч, но это из-за капитана. Турельку надо ей поставить просто и все. Добывающую. Демонтирующая. Пулеметная. Добывающая. Так, а что-то у меня с добывающим последнее тоже осталось. Турели. Добывающая. Ну, леди, все ради тебя. Куда тебе турель-то воткнуть? Давайте. Ладно, здесь будете. Все, сейчас ее отправим. Пусть она нас добывает. А мы сами с вами дальше полетим. Так, у нее надо рудокопов ей еще нанять. Так, у тебя есть рудокопы? Или хотя бы хоть кто-то? А, наводчики. Ну, сейчас два вот обычных. Двух обычных пареньков возьмем. Так. Очень неплохо у меня пока что металл набирается. Единственное, что мне совсем не нравится, что кроме металла у меня больше ничего не копится. Кроме металла. Халявный корабль нам дали, я правда не знаю, нафига он нам нужен. Единственное, что с капитаном, конечно, уже хорошо. Надо искать капитана. Вот, и я хотел, конечно, но я просто хотел ближе куда-то к центру, для того, чтобы... Ну, для того, чтобы титана было побольше. Здесь какой-то вот бесполезняк пока то, что мы копаем. Если что, разберем какой-нибудь корабль у нас в начальных стартовых зонах и сюда перегоним. Да нет, подожди, тут опять сейчас не пристыкуешься. Вот. Нанять экипаж. Два человечка нам нужно.
бы авто. Так, все, отлично. Ну и. Так, мы тут были уже. Да никуда я не хочу садиться. Так, приказы. Добывать ресурсы. Все, лети. Но. И. Ну, авантюрная леди. Включайте двигатели. А я в нее уперся. Да, она просто не отлетала, пока я был в нее уперт. Ну, посмотрим. Ага. Здесь камушки такие, не маленькие. Железо мы точно здесь нормально берем. Я, правда, здесь не осматривался. Может быть, даже здесь есть что продать. Но продать я имею в виду камни. Уже 61 тысяча. В принципе, на оплату экипажа нам хватает, но пока что это все. Вот, то есть мы ровно сколько добываем, потом продаем, и фактически это все уходит на оплату экипажей. Сектор подвергся атаке пиратов. Только не говори, что ты сейчас сюда полетишь, как авантюрная леди. Надо будет сразу переходить в корабль и валить отсюда. Смотрим. Ну нет, вроде здесь защитники вон хорошо лупят. А может быть и нет. Ну да, 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 тут нормально защитников. Вот они сразу. Это не как у нас в той зоне. Кстати, там так и остался корабль. Можно будет попробовать вернуться. Смотреть, как там. Очень добывающие вот эти лазеры у меня очень фиговенькие. То есть очень маленький процент того, что они собирают. В холостую, то есть мы просто перерабатываем многие каменюки. Сейчас мы... Ох, а вот там я вижу, по-моему, какие-то модули выпали, да? Ну-ка, сейчас мы на дроне то сгоняем. Правда, я не знаю, дроном можно собирать или нет, но если что, авантюрную леди возьмем, слетаем. Ну, сейчас посмотрим, что-то зелененькое там. Нет, это походу не модули, это просто запчасти от корабля. Так, да. Это ничего. Это просто галлюцинация. Так, ладно, давайте переходим на наш корабль. Ух ты, что это тут? Аварийный вызов. Что за аварийный вызов? Сигнал бедствия. Так, давайте посмотрим, что у нас там по заданиям. Так, отлично. Так, удаляем торговые. Боевые. Тоже удаляем. Удаляем. Давайте посмотрим, что у нас добраться до центра. Это понятно. Торговые. Добавить 250 или больше курсового места на ваш корабль. Аварийный вызов. Вы получили экстренный вызов. Из неизвестных датчики вашего корабля не смогли следить их достаточно положение. Они следуют возможным сигналом бедствия. Получили сигнал бедствия. А вот это, наверное, тоже какое-то новое задание. Вот, но... Ну, вот на моем на недоделанном корабле я что-то побаиваюсь, честно говоря, туда идти. Но даже не знаю. Ну вот так прыгать, конечно, из зоны в зону, это... Просто если на нас потом нападут, мы ничего сделать своими двумя пушечками не сможем. Не знаю даже, как поступить правильно. Давайте, ладно, в любом случае перейдем на наш корабль. Где он у нас там? Так. Ой, нет, что я сделал? Дружище, лети обратно. Я пошутил. Так, я честно говоря, забыл, как вернуться в корабль.
Так, как-то... Да, ёлки-палки, нет. Как-то раньше было, просто нажимаешь на зону, и там вроде выбираешь... Ну и как мне в эту зону-то попасть? Так, сейчас я немножко потуплю. Ну все, не знаю, все прекрасно работает, просто правой кнопкой и перейти в сектор. Не знаю, что это было, до этого всегда так работало, и сейчас я не знаю, просто потыкал на другие зоны, на другие корабли, и все нормально. Сейчас мы вернемся к нашему кораблю, я надеюсь. Вот. Ничего, естественно, его не достраивал, ничего не делал, потому что мне хватило только на ремонт его. Вот, и даже не знаю, нам нужно. Вот, он тут, видимо, добывал у нас. Ваша лицензия через 20 секунд. Вот, куда нам надо, стоп. Где у нас там? А вот здесь свалка, да? Перейти в постройку. Нет, давайте в дрон переместить. Давай. Пожалуйста, пожалуйста. Я забыл совсем. Надо продлять срочно лицензию, иначе, ну, с другой стороны, там абсолютно бесполезная какая-то фигня. Свалка. Купить лицензию. То есть, пока вот этот, он меня как-то летает, и что-то вот от него пользы-то особо и нет, вот, честное слово. Так. Подожди, доска объявлений. Свалка. А как, вроде бы как нанять экипаж должно быть, нет? Я, может, что-то путаю. А мы на дроне не посмотрим, да? Мне просто интересно. Так. Чего? А почему у тебя нет? Куда твои делись, рудокопы? Ну ты даешь. А как ты летал туда этого? Поиск информации. Смотрите, журнал капитана, исследовательская миссия. Вчера небольшой затанский разведывательный корабль врезался в ангар одного из наших эсминцев. Поначалу все испугались, и мы обсуждали возможность просто взорвать его прямо внутри нашего крафта. Но затем было решено, что это уникальная возможность узнать больше о затанцах. Мы вскрыли корпус корабля и вошли в него. Оказалось, что это был какой-то большой беспилотник, поскольку никаких технологий жизнеобеспечения обнаружить не удалось. Но что было еще интереснее, так это материал, из которого была построена большая часть крафта. Он был очень легким и казался идеально подходящим для хранения энергии. Наши ученые решили назвать его Аворион. Поскольку раньше никто никогда не видел ничего подобного, предполагается, что этот материал существует только внутри барьера. Может быть, он даже ключ к преодолению разрывов. Так, все прекрасно. Давайте посмотрим, что у нас тут. Экипаж капитана, к сожалению, нет, поэтому мы корабль здесь построить не можем. Это очень печальненько. Значит, отдаем тебе приказы. И давай продолжай работать. Приказы разобрать. А вот, а мы, я не знаю, то есть вот, как мне кажется, что-то он тут летает, летает, и все это бесполезно немножко. Ну, то есть вот железо-то он собирает, только я что-то модулей не вижу. А вот честное пионерское, как-то это печальненько. Так, сигнал бедствия. Мне интересно, что вот эти за сигналы. Ну, лететь на таком корабле, как у нас, это, честно говоря, самоубийство. Ну, как мне кажется. А можно попробовать через ворота туда пропрыгать, но я не знаю. Мне хочется, честно говоря, вот уже куда-то туда, ближе к центру. Вот. Поэтому. Вот опять вот такая фигня. Вот смотрите, я жму на. Вот. Переместиться в сектор. Я жму на пост, вот на сектор, и почему-то не нажимается кнопочка. Ну ладно, это ерунда. Мы сейчас что-нибудь с вами такое здесь придумаем.
Прыгать по зонам, конечно, интересно, но, блин, мне... Я не знаю, откуда мне взять, вот, честно говоря, оборудование. То есть мне не... вот на свалку идти, может быть, самому, я просто даже не знаю, вот, честно говоря, других вариантов пока не вижу. Вот, только как бы приодеться, так скажем, получше. Хранилище ресурсов. Так. Если мы продадим по 4,40, но 70 тысяч у нас есть. 1020-30 то мы можем, наверное, скинуть. А немного еще денег получим. Только что нам дадут эти деньги, вот я, честно говоря, не знаю. Нужно ли... А, я же хотел, знаете, чего? По-моему, я не знаю, поставил или не поставил. Так, это, смотрите, он сам назначил встроенное пулеметное и добывающее. Добывающее на единичку. А он сам, смотрите, распределил все и включил нужные. Здорово. А я хотел посмотреть, что у меня за модули здесь стоят. Я вроде бы как ставил, да, вот этот детектор объектов, но он что-то у нас пока не пашет. Улучшенный радар, прыжковый. А у меня только привязан на... Так, на аккумуляторы. В общем, не знаю, как правильно поступить. Мне нужно на самом деле на свалку. Так, по большому счету, если разобраться, мне реально нужно на свалку и просто там добывать. Но у меня достали вот эти пираты. Я не знаю, просто надо, наверное, демонтирующую просто поменять. Если я опять забыл, у меня есть еще одна какая-нибудь демонтирующая. Она железная. Железная. А вот еще демонтирующая. Слушайте, у меня две демонтирующих. Неплохо. Можем две демонтирующих поставить на самом деле и полететь на свалку. Просто попробовать там поработать. У меня по турелям, гражданских турелей, две можно тоже поставить. Ну, как вариант, я тогда, наверное, или здесь попробовать капитана нанять экипаж, или нанять, попробовать найти, ой, не то. Кстати говоря, вот драгоценных металлов можно купить, попробовать золото. И где-нибудь его продать, потому что это такой хороший ресурс, он, в принципе, продается здорово. Но у нас трюм небольшой, поэтому возить там какие-то мелочи не очень хочется. А ты что добываешь? Цинк. Вот, я, наверное, все-таки на свалку вернусь, ребят. Я сейчас думаю просто, как мне сейчас еще можно подзаработать. Я просто вариантов вообще никаких не вижу, кроме как... Почему у нас вот этот вот корабль что-то там завис? Почему ты не летишь? Объясни мне. Есть четкое задание пролететь сюда и, по-моему, вот сюда, да? Ну там же через ворота, насколько я понимаю, он должен. И вот здесь ты должен добывать. Так, ну вроде поехал в этот раз, то стоит. Так, ну давайте, ладно, все, тогда на этом серию мы закончим. Вот, в этот раз она получилась такая бестолковая и короткая. Ну, мне хотелось просто показать вам вот этот такой диалог, потому что это что-то новенькое, этого не было. Вот, опять же, планеты наконец-то у меня кругленькие, все, в общем, хорошо. Буду тогда сейчас копать пока. Модулей, может быть, каких-то модных накопаю хороших. И может быть, мы тогда потом с вами уже продолжим, правда, лететь к центру, потому что я что-то здесь уже заковырялся. Ну, за это время, может быть, корабль там немножко построю. 405-210. Что у нас там опять? 405-210. Да, он здесь не видит. Где-то здесь должно быть
Значит, по идее, вот здесь где-то они должны пересекаться. По идее. Ну да. Давай там. Да нет, ну ты чё, дружище? И здесь ты добывай. Вот так. Попробуем так схитрить немножко. Надеюсь, все получится. Ладно, все, спасибо, ребята, огромное всем, кто меня смотрел. Спасибо за ваши комментарии и лайки. Да, вот Болтер вывалился, кстати говоря. Все-таки добывает чего-то наш там добывальщик, который же разбирает на свалке. Чего-то все-таки он... А вот, смотрите, модуль какой-то достал. Ну все, отлично. Значит, он работает, потому что я до этого не видел. И сразу мне перехотелось на свалку лететь. Но в любом случае, всем пока-пока. Увидимся в следующей части. Я сейчас подумаю, чем заняться, как ускорить процесс. И потом что-нибудь с вами придумаю в следующей части. Всем пока-пока.